Общественное здравоохранение отличается вертикалью властного подчинения. В медицинских организациях государственной формы собственности главврач обладает всей полнотой власти в отношении подчиненных. Теоретически все это регулируется нормами трудового права. По факту возможности воздействовать на неугодных работников существует достаточно много. Тем не менее, и медицинские работники стали защищать свои права и законные интересы, что показала ситуация в Красноярске. Бывший заведующий отделениями кардиохирургии обвиняет главного врача Красноярского кардиоцентра в достаточно серьезных нарушениях. Интернет представляет колоссальные возможности для изложения точек зрения граждан России и доведения их в публичном пространстве. Чем и воспользовались уволенные врачи Красноярского кардиоцентра. Соответственно, в общественном здравоохранении главным врачам нужно очень взвешенно и тщательно подходить к формированию морально-психологической атмосферы в коллективе, чтобы коллектив работал как единое целое, потому что обратное противоречит интересам пациента. А именно пациенты являются главной фигурой любой медицинской организации. Могу предположить, что спустя некоторое время результаты рассмотрения обращения врачей будут доступны для общественности. Мы планируем дать комментарии к тем ответам, которые дадут уполномоченные органы по результатам рассмотрения обращений. Следите за нашим сайтом.